Дворовые практики вместо школьных лагерей. Несмотря на пандемию, для нижегородских подростков организован летний отдых. Проект «Дворовые практики» городскими властями запускался и в прошлые годы, но в этом году это один из основных проектов в летние каникулы. Этот год нам принес множество различных сюрпризов, в том числе это, конечно, жесткие рамки в проведении, точнее, в организации занятости детей, особенно в летний период. Но, несмотря на это, с помощью наших учреждений дополнительного образования, с помощью наших замечательных школ района и, конечно, при поддержке учреждений культуры, спорта, наших замечательных библиотек, нам все-таки удается этим летом ребят порадовать. Я хожу каждый день с первого дня. Я привела нескольких своих друзей. Мы играем, делаем разные поделки, рисуем, делаем плакаты. Мне здесь очень нравится. Мы очень готовились к нашей дворовой практике, очень ждали ее открытия, ждали дети, родители, и мы, конечно, педагоги. А для этого мы приготовили, то есть СИЗы, то есть у нас есть маски, перчатки, детки у нас соблюдают дистанцию. Мероприятие исключительно на свежем воздухе, и мы приглашаем деток к определенному времени, и группа у нас по 7 человек. У нас всего 17 проектных линий. Названия этих проектных линий говорят сами за себя, но приведу некоторые примеры. Например, «Спорт-сити» или «Наш бессмертный полк», или «Город трудовой доблести». Ну и многие другие проекты. Также реализуется областной проект «Дворовая практика» в 4 районах, где постепенно уже начали открываться, сейчас работают 4 площадки, и в ближайшие недели 2 откроются еще 6 площадок именно дворовой практики. Мы ожидаем охват детей 350.